Хоббл, тебе не слишком больно? Мне становится больно, когда я дышу. Теперь все идет по твоему плану, не так ли? Тебя не волнует, что кто-то пострадает. Эй, Вилгакс, готов сдаться? Впрочем, это не важно. Ты и так на крючке, как червяк. Бен, что-то не верится, что они пришли освободить Вилгакса. Я же вам говорил. Что будем делать дальше, Бен? Я отвлеку от Ио, а ты пока используй, скажем, эту технологию. Я все понял. Эй, Атея! Я Бен Теннисон! Можно подумать, это нам поможет. Так мы долго не продержимся. Что ты узнал, Рук? Согласно тюремной базе данных, есть одна аварийно-спасательная капсула. Она вот здесь. И здесь же находится вспомогательная рубка связи. Отлично. Бери санитаров, иди в рубку, отключай защитное поле и вызывай Макса на подмогу. Я понял. А что будешь ты делать? Провожу Вилгакса в ангар и постараюсь сберечь ему жизнь. Эй, мне здесь скучно! Ха-ха! Может, это тебя развлечет? Только этого не хватало.